Уважаемые радиослушатели, радиозрители Media Metrics. У нас в эфире программа «Личный апгрейд», и с вами в студии Екатерина Берлова. Мы выходим в неурочное время. Сейчас мы объясним, почему. У нас в студии Янис Политов, актер-режиссер, и Андрей Сорокин, писатель, сценарист, журналист, автор и ведущий учебных курсов. Андрей, про тебя как-то вот больше регалий, чем у Яниса, но при этом, заметь, страницы в Википедии есть у Яниса, а у тебя нет. Мы это исправим. Зачем мне Википедия? Собственно, что у нас произошло? Мы тут узнали, что, оказывается, фильм Яниса Политова «Философия», короткометражный, попал в программу Каннского фестиваля. Короткий метр. Да, и мы решили срочно встретиться, чтобы это обсудить. Потому что история создания фильма довольно интересная. Вообще, фильм «Философия» называется. Название очень такое непривычное для кино. О чем? Фильм игровой. Фильм игровой, да. Вместе с героем, несмотря на то, что это короткометражка. А сколько он длится, кстати? 14 минут. Вы знаете, ребят, я что подумал? 38 секунд. Что вот в расписании университетов можно писать «Философия». Все придут на урок, на лекцию, а там кино. Отличная идея, да. А как за 14 минут можно раскрыть философию, показать историю, да? Не знаю, получилось, мне кажется. Так, хорошо. О чем философия? Что она в себе скрывает? Философия о жизни. Кино «Философия», оно зародилось... Это личная история в моей жизни. Я лично сдавал предмет философия, который мне сделал некий такой урок на всю жизнь оставшуюся. Я вот решил поделиться этим примером со зрителем. Угу. То есть это реальная история, которая была со мной в жизни. Там только не было деда. Деда я придумал этот образ, потому что мне нужно было еще в кино. Я хочу, чтобы все-таки была всегда любовь. Это история, та история, которая была со мной в жизни, она не про любовь. Ага. Но в кино все равно должна быть любовь, и вот дед, он... Потом, мне кажется, что кино – это же все-таки искусство, а в искусстве всегда есть немножко фантазии. Поэтому мы добавили в эту историю, в жизненную историю Яниса, добавили немножко таких интересных фантазийных элементов, и нам показалось это интересно, и это добавляет дополнительных смыслов. Я вот хочу, знаете, о чем сказать? Что я уже несколько раз смотрел, конечно, это кино, и... Мне кажется, что да, поскольку это там как режиссера у Яниса это дебютная картина, я, конечно, вижу там какие-то огрехи, они, конечно, есть. И мы это уже обсуждали 100 раз и знаем, но все равно, каждый раз, когда я смотрю этот фильм, несмотря на то, что я там принимал участие в его написании, я нахожу какие-то новые смыслы в нем. И вот недавно был показ в клубе «Прожектор». Янис придумал свой новый проект, сейчас он об этом расскажет, называется «Короткий метр». «Короткий вечер». Короткий вечер, да. Но когда я смотрел на этом коротком вечере это кино, я вдруг увидел в нем какие-то дополнительные смыслы, о которых даже не задумывался, когда... Которые не вкладывал, да. И это очень здорово. То есть кино получилось таким многослойным пирогом, и каждый слой очень вкусный. А давайте вот к самому началу вернемся. Ну, мы же говорим про личный апгрейд. И вот здесь у нас... Мне интересно посмотреть на то, как произошел апгрейд Яниса Политова актера, собственно, в состоянии Яниса Политова режиссера. Потому что Янис Политов актер имеет довольно обширную фильмографию, снимается в большом количестве российских сериалов. Вот, вы знаете, фильмов. Если бы все было так, как вы говорите, то я думаю, что апгрейд бы не произошел. Так. Потому что я бы остался бы актером, который снимается в каких-то сериалах, каких-то фильмах. Их было немного, их порядка 30, я считаю, что это немного, потому что это небольшие роли. Из тех ролей, которыми можно действительно гордиться, их было на самом деле немного, и вот фильм Гельна Сидорова «Царство небесное», роман с кокаином, один из них. Таких, к сожалению, картин в моей жизни было очень мало. Поэтому ждать еще чего-то как-то, и вот когда я перешагнул рубеж возраста Христа 33 года, я подумал, сколько можно ждать, когда тебя позовут, когда тебя начнут снимать в каких-то больших картинах, когда, сколько еще? Тут в ГИК ты закончил, уже прошло 8 лет, и вот все никак, ты как рыба об лёд, бьешься. Ну, я говорю, как оно есть. Вот, и я еще подумал о том, что нужно что-то сделать в этой жизни, потому что, к 33 годам пока нет еще там семьи, там детей, а хочется после себя уже что-то оставить. И вот мне захотелось снять вот это кино. Я понимаю, что нужно иметь право на то, чтобы разрешить себе... Главное себе дать, разрешение себе дать. Это такая, в хорошем смысле, наглость. Подождите, разрешение себе дается в каком случае и в какой момент?
Ты же не можешь, просто я дошел до 33 лет, все, да. Возраст Христа, ну, стандартная, конечно, мужская тема, мне кажется, это стандартная, да, все, у меня возраст Христа, я срочно нужно либо что-то сделать, либо вот уже мне все. Мне кажется, что если мы говорим про апгрейд, мне кажется, что возраст 33 года, это такой, ну я не беру историю Христа. А мне кажется, наоборот, это как раз возраст такого некого мифа. Вот мы придумываем себе какой-то миф и говорим, вот в 33. То есть я хочу сказать, почему в 33, да, ну ты, а почему ты в 30 сидел, почему ты в 25 этого не сделал, ну, например, да, или почему в 40 этого сделать нельзя. Подожди, почему, Андрей, для следующего поколения там будут говорить, а вот Цукерберг вот в этом возрасте, там сколько там, 18 лет. Мне кажется, очень важно не привязываться никаким авторитетом. Мне кажется, что если ты хочешь сделать что-то, то ты это должен делать. Вот у Янца так получилось, что он просто захотел сделать кино и начал его делать. И это не важно, в каком возрасте такая идея тебе приходит в голову. Она тебе пришла, это уже, слушайте, какая история. Когда ребенок учится ходить, он вообще так, человек так устроен, что когда он делает первый шаг, он второй сделать не может. Потому что если он его не делает, он падает. Поэтому нужно делать следующий шаг, чтобы не упасть. Послушай, Андрей, не каждый актер снимает, идет кино. Это конечно, не следующий шаг для актера, нисколько. Конечно, то есть ты все равно должен быть режиссером. Естественно, внутри. Но не каждому актеру приходит в голову идея снять фильм в качестве режиссера. Очень огромное количество актеров, и хороших, и не очень хороших актеров, не задумываются об этом. Нужно ли им снимать кино в качестве режиссера, или не нужно. Просто не думают об этом, вот и все. Мы тоже многие о многом о чем-то не думаем, о чем думают другие люди, наши ровесники, друзья, знакомые, соседи. Поэтому у Янца пришла такая мысль, и это, мне кажется, был как раз первый шаг. Это была идея, пришла в голову, и это и есть уже твой первый шаг. Ну да, да. Чтобы сделать правда. Второй. Ну, подожди, вот мне кажется, я с твоим сравнением не согласна совершенно, потому что как много людей, которым приходят идеи в голову, и для того, чтобы их реализовать, сделать тот самый шаг, ну, какой процент? Это уже второй шаг. А в том-то и дело. Вот именно. А в том-то что один сделает второй шаг, потом падает, идея умирает. А если, то есть у тебя есть право на первый шаг, оно есть уже потому, что ты сделал, вернее, есть право на второй шаг уже потому, что ты сделал первый, идея пришла. Но когда люди не делают этот шаг, идея умирает, все, они упали, да, вот ничего не случилось, да. Я сидел и думал, а полечу-ка я в космос, старик, ну ты хотя бы начни изучать, не знаю, физику, съезди на Байконур, изучи там это космическое дело, ну хотя бы, да, как это в анекдоте, ты хотя бы билет лотерейный купи. К слову, а режиссёра-то вы изучали, насколько мне? Нет, я актерский закончил, Вик. Угу. Режиссуру я не изучал, нет. И то есть вообще никогда в жизни не было мысли о том, абсолютно никогда. Нет, я помню, когда я же 3 года поступал в театральный вуз, меня 3 года не брали, вот, слава богу, на 3-й год мой мастер Сергей Николаевич Шиловский, за что ему всю жизнь благодарен, за то, что у меня, слава богу, поверил меня, взял меня. Я помню, когда я поступал, по-моему, 1-й год, я поступал в ГИТИС, Марк Анатольевич Захаров мастерская набирала, а я всегда хотел быть актером. Я все пришел, а там же как по десяткам заходишь, выходишь, говорят, так, там Иванов остается, остальные все свободны, остальные на первый тур, на второй тур продолжим. И выходит человек и говорит, всем спасибо, никто дальше не прошел. Политов, а вы бы не хотели к нам на режиссерский? А я говорю, да нет, я хочу на актерский. Я говорю, ну ладно, извините, на актерский мы вас не берем. Потом думаю, вот тормоз, что ты не пошел сразу к Захарову на режиссерский. Но, видимо, видишь, пути Господни неисповедимы, все-таки вот так все сложилось. Но я опять же себя не позиционирую как режиссер. Как режиссер, может быть, позиционирую, но как режиссер. Потому что все равно это профессия, на которую люди учатся 5 лет. Ну, почему я говорю, нужно дать себе право внутреннее разрешение. У меня вот, например, есть там 30 стихов, мне говорят, ты публикуешься? Я говорю, нет. Почему? Я говорю, ну потому что ты себе право не дал. Нужно дать себе право, я не знаю, как это объяснить. Разрешить себе. Ага. Разрешить себе, что вот действительно сейчас пришло то время, когда ты можешь, ты даешь себе право показать, что эти стихи, выпустить книгу. Угу. Вот я себе дал право снять кино. Но я сказал, если это кино не будет нравиться лично мне, это кино не увидит никто. Поэтому это кино делалось очень долго в плане... Оно снялось быстро, мы его сняли за неделю. Но оно делалось долго. Это все вот этот постпродакшн, когда монтаж. Uh-huh. И у меня 6 версий монтажа было. И мне до конца ничего до конца не нравится. Потом пришла идея, что все-таки нужно что-то поменять. Нужно что-то поменять. И понял, что нужен какой-то голос за кадром. Потому что без этого голоса у меня не складывалось ничего в этом кино. Не складывалось... И Андрей был не первый, к кому я обратился. У меня отец философ, там кандидат наук туда-сюда. Я говорю, отцу говорю, я тебе покажу картину, какие мысли у тебя будут философские, ты мне напиши. Uh-huh. Он написал, но, к сожалению, оно не подходило под то, что я хотел, чтобы отцовское там осталось.
Потом еще одному философу доктору Ну показывал. Потом вот Андрею говорю, Андрюша. И вот то зерно, которое увидел Андрей, которое он развил, оно, и когда вот все совпало, и его текст, и голос Ильи Хвостикова закадровый, и вот это все, и потом цветокоррекция, музыка, и вот я потом посмотрел эту версию, что монтажа, и говорю, вот это таки получилось. За это мне не стыдно. Вот это я имею право показать людям. А вы вот в самом начале не пожалеете, что вы вообще взялись за это дело? Потому что, ну, это же стандартная история, когда ты понимаешь, что что-то я куча ошибок. Вот у меня появилась идея, я наконец-то там сделал этот шаг, я что-то реализовал, но, видимо, неправильно реализовал, там наделал кучу ошибок, и у меня теперь не получается, и все. Ну, может быть, и не стоило это делать, и, ну, просто бросаю это и не доделаю. То есть вот эти вот 6 версий монтажа, потом обращение к разным людям, и все-таки попытка это куда-то как-то дотянуть. Я же 3 года поступал в театральный. А, да, слушай. Уже тренировка была. Ну, как бы. Ну, собственно, ты на самом деле не первый, кто несколько раз поступал в театральный. Очень много великих актеров тоже поступали даже с 10-й попытки и ничего. А потом были прекрасными актерами и прекрасные работы показывали людям. В общем, добиваться нужно все-таки. Конечно. Если прям то, что сразу, то не навсегда. Вообще каждый то, что верит. Вот кто во что верит. Каждому повери его. Вот туда что ты веришь, так оно и будет. А, давайте перейдем тогда, наверное, к вашей греческой истории. Греческая история. Же... Философия — это тоже греческая история. Любовь, да, к мудрости. Кстати, вы же в титрах, вот я видела трейлер просто к фильму, там Янис Политис, да, написано. Ну, это первый вариант, когда еще на Хлопушке снимали, Янис Политис писали, потом все-таки Янис Политов. Ну, у меня фамилия Политов, просто изначально, если копнуть глубже, там, к прапрапрадедам, эта фамилия была Политис, что в переводе с греческого означает гражданин. Ага. То есть, если я сейчас вдруг задумаю сделать себе там двойное гражданство, взять греческий паспорт или еще что-то, то я буду там Иоаннис Политис. Угу. Прикольно, мне нравится, как звучит моя фамилия с греческого. Гражданин. Такая. Иван Гражданов. Янис — это Иване, а Политов — это гражданин. Собственно, у вас вот пересечение действительно с Грецией есть в Крынком. Да, потому что фильм снят при... В Ессентуках он вообще снимался. Фильм снимался в Ессентуках, да, на моей родине, где я родился до 18 лет. Рос и вырос, я получил высшее первое образование НЯС. Фильм был снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, и я выиграл там некую небольшую совершенно стипендию, там президентская стипендия, там порядка 70 тысяч рублей. Ну, кто занимается кино, понимает, что это вообще ничего, но зато у меня есть шапка. Министерство культуры Российской Федерации представляет. И что для меня очень, ну, мне приятно. И финансово помогли ЭОД, греческая национальная туристическая организация в России, которая занимается именно продвижением Греции на этом рынке. Вот, и они мне тоже помогли. Хотя, как бы, я не гражданин Греции, но вот они вот из каких-то таких патриотических, из каких-то человеческих штук, и еще из чего-то как-то. И вот при содействии оттуда, с миру по нитке, бедному на рубаха. Ну, очень важно же, что этот год объявлен годом России в Греции и Греции в России. Да. Вот это 16-й год, да. Это перекрестный год, и фильм получился как продукт перекрестного года. Ну, это была такая цель или такая просто цель так случилось? Была, нет. Ну, оно, как сказать, все случайно и случайно. Когда я начинал снимать это кино, это был 2014 год. Путин с Ципросом только в 2015 году приняли решение о том, что это будет перекрестный год. В 2014 году еще об этом разговора не было. То есть я когда начинал снимать, я не знал, что это будет перекрестный год. Но когда я увидел, что ребята ударили по рукам, наши главари, вот, я понял, что почему бы нет. У меня там актриса, и снимается одна актриса из Греции, Лада Мишвелиани, она актриса прямо из Греции, прямо с греческим паспортом. У меня там снимается Елена Панжаридя, она полурусская, полугречанка, там, у нее отец грек, мать русская. У меня съемочная группа состоит наполовину из греков, наполовину из русских. То есть, ну, это реально такой творческий продукт. То вот если Россия и Греция соединяются, получается философия. Получается любовь к мудрости. Получается добро, светло и хорошо. На самом деле, про фильм, вот если говорить, да, то вот когда я вообще окунулся и стал заниматься этим материалом, мне казалось, что это какая-то грустная история, такая какая-то драма человеческая. И я говорю, что несколько смыслов есть. И сейчас я смотрел кино и думаю, получилась такая комедия, лирическая комедия. Там есть драматичные элементы, но при этом она все равно светлая, и она даже как-то заставляет улыбнуться и подумать вообще, что жизнь продолжается, и все будет хорошо. Вот какая-то такая получилась история. Главное, кино. В кино что должно дарить надежду людям. Оно не должно как бы
мы и так видим каждый раз, включая телевизор, о том, что все и так, все где-то что-то там убили, не дай бог, Господи, там еще что-то, там еще. Ну, уже народ, он перенасыщен этой отрицательной энергией. В Америке, когда были Великая депрессия, они снимали специально кино, они не снимали, как у них все плохо. Они все только американская мечта. Они дарили людям надежду о том, они показывали, визуализировали, чтобы люди через свою фантазию к чему-то шли. А показывать, насколько все плохо, ну и зачем? Ну каждый день мы, даже несмотря на телевизор, каждый сталкивается с, в отношении еще чего-то. Ну это жизнь. Но нужно показывать, мне кажется, через искусство, оно должно дарить, особенно художественное искусство, оно должно дарить человеку надежду в светлое. В добро, в то, что как оно может быть прекрасно. Оно не должно тебя куда-то окунать, что... Ну зачем? Слушай, ну при этом российское кино, мне кажется, не славится особой светлостью и позитивностью. Да перестаньте, ребят, есть и в России прекрасные... Есть, нет, ну сейчас уже, да. Нет, я не говорю о том, что российское кино ужасно. Действительно, есть там светлые классные фильмы, но они скорее появляются в последнее время, потому что всегда есть какой-то надрыв. Но это такая вот, видимо, склонность наша. Я с вами согласен вообще. Так? Каждый смотрит и видит то, что ищет. Понимаешь? Ну, тоже верно, да. Вот, тоже верно. В этом мире все уравновешено. И надрыв, и радость, и счастье, и зло. Баланс. И все, все уравновешено. Ищи то, что ты хочешь. И тогда все будет так, как ты хочешь. Абсолютно. Да. Хорошо. Если, смотрите, мы говорили о том, что фильм посвящен году дружбы между Россией и Грецией. Угу, но изначально в планах этого особо не было. Просто так попало, и попало очень удачно. Очень удачно, да. Вообще, вот здесь удача, я смотрю, в этой истории имеет очень большое значение и какая-то неожиданность, наверное, потому что фильм, в принципе, как-то планировался для различных фестивалей, там, для Канн, вы же вряд ли его делали. Знаете, когда я в Весендуках снимал это кино с этими бабушками, там у меня там 7 бабушек в эпизоде замечательных, и они все шутили, куда кино, на Канны, они говорили, на Канны, ходила, это прикол такой, ходила, а я не с Канны снимаю, ну, в селе где-то, поселок Урожайный, где-то моя мама родилась, и выросла. Волшебные бабушки. Канны, вот тебе и Канны. Ну, оно, конечно, к сожалению, не вошло в конкурсную программу основного Каннского кинофестиваля, к сожалению, вот я 2 дня назад получил письмо о том, что не вошло, но оно вошло в уголок короткого метра. Вот, в программу короткого метра. И теперь, ну, что, для режиссерского дебюта, мне кажется, это очень впечатляет. Самого себя, как минимум, да? Я, мне кажется, половину еще не осознаю. Но есть следующий проект при этом. Есть следующий проект, да, мы с Андреем решили не останавливаться, посмотреть, что наша... Есть такое слово «синергия». Но это мне вот наша греческая актриса Лада Мишулянин, она же прям, у нее родной греческий, она объяснила, что синергия – это все-таки неправильно, как мы здесь понимаем. Синергию мы тут понимаем как слияние двух. Ну и синергия – это больше, когда как сопричастник какого-то преступления. Синергия, вот как вот это правильно. Преступление? Абсолютно. Ну, какого-то косяка какого-то. А вот синергосия – ага, вот она что. Вот это то, про то, что мы с тобой делаем. Лада, молодец. Да, синергосия – это вот когда вот… Короче, у нас синергосия, потому что синергия – это какая-то вот такой… Ну, отрицательный метод. Отрицательная, да? Отрицательная такая тусовка вместе. А вот синергосия – это вот кто как раз… Слушайте, вот это интересно, да? Вот, я не знал. Конечно, это нужно вот… Все, да, прямую за греческий. Есть еще другой пример, но я его не буду здесь озвучивать. Не озвучу. Слушайте, ну все, я начинаю заниматься греческим языком. А ты японским занимаешься. А я не только, у меня же много всего. Японским тоже. Как по-японски будет синергосия? Надо спросить у сенсея. Спросить. Они точно знают. Ну вот, и мы засеяли новый фильм. Так. Мы засеяли, и уже достаточно долго у нас была такая предварительная фаза, сейчас все у нас готово, и вся предварительная, весь предварительный этап прошел, готов сценарий. Мы только вчера его читали по ролям, и было очень смешно. Это такая комедия, российско-греческая комедия. Это уже полнометражная. Это уже полнометражная, игровая комедия для взрослых. Это уже на Оскар. Для взрослых смешная. Вот, на Оскар, не знаю. Но мы планируем в этом году тоже все это дело снять, потому что уже весь предварительный этап завершен, все. И там будут сниматься российские и греческие актеры, и делать этот фильм будут россияне, русские и греки.
Ну, то есть мы тоже хотим, чтобы это был такой продукт этого года и этих двух великих народов. Послушайте, ну делать полный метр — это совсем смело, потому что, ну, как сделать 6 вариантов монтажа короткого метра — это все-таки, ну, на мой взгляд, дилетантские как-то чуть проще и дешевле, наверное, чем делать 6 вариантов монтажа полного метра, поэтому здесь какой-то подход должен быть другой. То есть все ошибки, которые были, да, изначально. Я поэтому решил короткий метр еще снять для того, чтобы понять вообще, как это все. То есть откатать себя, свои способности. Как это все происходит. Я там и режиссер, и продюсер, и автор сценария. Я не позвал сначала, поэтому было так много ошибок. А теперь у нас будет не фильм, а бомба. А теперь, когда... Готовьтесь, уважаемые радиослушатели. Я завидую вам. Наш прекрасный... Мы скажем вам так. Это фильм про... красивую гламурную девушку. Подожди, не говори ничего. Кота. Сочетание российско-греческий фильм и красивая гламурная девушка, это как-то немножко разные. Ну, мы вообще считаем, что все девушки красивые, даже гламурные. Съемки будут в Греции и в России. Да. Москва, Афины и Пелопоннес. Красота. Красота, да. Если вы будете в это время в Греции, приезжайте. Мы вас возьмем в массовку, каждый балет. Да нет, правда, это хорошая история. Хорошая история, мы ее дошлифовали, доделали до конца. В общем, теперь... Кстати говоря, фильм-то собирается быть очень хорошим. Мы на плохие не приглашаем. Если вдруг кто-то там из каких-то людей, кто захочет стать партнером этого производства, пожалуйста, мы приглашаем. Заходите на страничку в Фейсбуке Кенниса Политову или ко мне. Все знают. Без Википедии. И мы с удовольствием будем дружить с разными партнерами по производству этого кино. Потому что дело Я вообще считаю, что все великие дела. Вот сейчас мы живем в какой-то кризис. Мой великий предок. Какой тяжелый финал. Я имею в виду. Вот. И я думаю, что можно. Не воровали, относились. И тогда можно снять кино в небольшом бюджете, в хорошем качестве. Сейчас у вас основная поддержка идет от греческого сообщества, да? У нас сейчас основная поддержка идет друг от друга, во-первых. Мы друг другом питаемся. Это вот основная поддержка, если мы говорим об идеологии, о структуре фильма и от всего чего-то. И, конечно же, к фильму привлечены определенный круг бизнесменов, московских греков, и сейчас ищем инвесторов из Греции, которым тоже было бы интересно, потому что, ну, я думаю, не сегодня, а завтра уже все эти санкции закончатся, и греческие какие-то продукты или там какие-то марки, они появятся на нашем рынке. Перекрестный год, он же... Как стартовая площадка. Знаете, же не финал, это только начало того, что может быть. Ну да, я думаю, что мы совместными усилиями один перекрестный год превратим в несколько десятилетий. Мы уже к этому готовимся. В этом году главное посеять. Ну, мне кажется, вот если говорить про апгрейд, да? Мне кажется, что очень важно. Конечно, бывают такие тяжелые и трудные ситуации у всех, но главное что-то делать. Устраивать такую движуху, бить как-то лягушкой лапками, взбивать сметану в масло. И тогда что-то наверняка получится. Разумеется, мы вот все, что мы сейчас сказали, конечно, все, мы шутим, мы такие уверенные в себе такие деятели. Понятно, что у нас куча трудностей, и понятно, что, ну, мы понимаем прекрасно, какие обстоятельства могут сложиться в жизни, в нашей там, российской экономике, в кино, где угодно. Но при этом мы понимаем, что очень важно как-то набраться оптимизма, уверенности в себе и продолжать делать потихонечку свое дело. Поэтому вот Янец придумал некий фестиваль короткометражного кино под названием «Короткий вечер». Расскажи уже об этом. Фестиваль, это громко сказано. Просто. Ну, это такой, я думаю, что это такой это как раз фестиваль, такой мини-фестиваль, который регулярно проводится. Ну вот сейчас, там по воскресеньям, вот 10 апреля было, а теперь 24 апреля будет Ристабари прожектор на Китай-городе, есть сразу за храмом на Кулишках. Там проводим вечера. То есть я приглашаю 4 режиссёров с их картинами. Они показывают свое кино, презентуют его. Ну, в общем, это такая площадка, где
То есть 4 фильма за вечер. 4 фильма за вечер. Ты можешь прийти, там вход чисто символический, так, чтобы... На самом деле, это хорошая площадка, знаете, для чего? Для поддержания не только режиссеров молодых, не только для того, чтобы зрителям развлечься. Это вообще площадка для того, чтобы люди обратили внимание на такой жанр кино, как короткометражное кино, короткометражный фильм. Потому что нигде больше... Нельзя посмотреть короткометражные фильмы. Их не показывают. Не то, что нигде. Ну, есть какие-то же штуки. Раз в полгода, раз в год. Какие-то разные вещи есть. А да. Сейчас с развитием интернета, подождите, короткометражки, мне кажется, очень стали становятся популярными. В интернете. К ним интерес появляется. А вот когда ты садишь... Одно дело, ты смотришь дома у себя на экране, а магия кино, ну, происходит при массовом зрителе. У нас просто... Втекают медленно. Да нет, как? В короткие метры там как-то сразу нужно погрузиться, а у нас же привыкли, что сначала как-то сесть рекламу там прошла. В интернете тоже не смотрят короткометражное кино. Смотрят короткие ролики на YouTube, приколы и всякие разные смешные. Кино я смотрю, вот посмотрел. Кино — это другая история. 100 просмотров, 200 просмотров, ну это смех. Ну 500 просмотров. Ну есть там Жора Крыжовников, режиссер, который «Горько, Горько 2», у него, конечно, фильм его «Проклятие», его короткометражный фильм, однокадровый, но его, конечно, там посмотрело очень много человек, наверное, поэтому и как бы у него все дальше удачно сложилось, не знаю просто, но его посмотрело под миллион, это «Проклятие» посмотрели. Нет, ну, конечно, есть какие-то отдельные ну, дела, что касается самого, да, там очень мало просмотров короткометражных. А почему вообще существует короткий метр? Для чего он нужен? Особенно в наш век, вот, либо совсем-совсем короткого видео, да, такого незадумчивого, скажем так, либо, наоборот, полных фильмов, полнометражных, в которых, наоборот, длительность все растет и растет. Ну, согласитесь, если раньше, там, я помню, вообще в детстве пошли как-то в кино, и сказали, слушайте, фильм такой долгий, он вообще длится около 2 часов, и невозможно высидеть. Но сейчас есть фильмы, которые почти 3 часа длятся, и, собственно, ну... Не все, конечно, выдерживают, но тем не менее к этому люди нормально относятся. 2 часа фильма — это уже окей, это уже в порядке вещей. Короткий метр, он как-то не влезает ни в ту, ни в другую сторону. Он о чем в целом? Короткий метр? Как можно за вот. Вообще, короткометражка — это сколько по времени? Потому что они же разные. По-разному, да. Ну, вот честно, я вот и вас приглашаю, и всех зрителей приглашаю, ну, как бы я возьму на себя такую наглость пригласить, потому что вот сейчас начинается кинофестиваль «Стояна», фестиваль дебютных и студенческих фильмов, где мне посчастливилось, нашей команде посчастливилось тоже в конкурсный показ, мы попали, в программу «Профессия режиссер». Вот, по крайней мере, вот наше кино его будут показывать 19 апреля в 19:30. Это дом кино на Белорусской, улица Васильевская, дом 13, в Белом зале. Там будет показ не только нашего кино, там будет показ вот 8 короткометражных фильмов. И я посмотрел по таймингу, там есть и 5-минутные фильмы, и 15-минутные. Вот мой 15 минут там указан. Есть 25-минутный фильм. Ну, короткий метр, я считаю, что это вот до получасов. Вот короткий метр. Хотя ты считаешь, это стандарт такой? Хотя вот в Каннах 15 минут. Там вот... То есть получается, что если вы были дольше, вы бы просто не могли туда не попасть. Я и монтировал специально. То есть бабушки-то шутили, а я не с потеху монтировал подкаст. У меня материала там на полчаса было. Да просто короткий метр – это всегда такая интересная возможность, проба пера для режиссеров, для сценаристов. Проба пера, вот первое произведение такое, ты делаешь и должен посмотреть, получается или нет. Получается из этого история, из этих там 15 минут истории складывается или не складывается. Потому что очень много же фильмов мы смотрим, и вы наверняка видели, мы с Янисом тут недавно обсуждали, что есть такие фильмы, которые, ну, вроде бы вот фильм сделали, смонтировали, сняли, но история не получилась. Ну, такое бывает. Но ничего страшного в этом нет, это проба пера. И многие, кстати говоря, даже... Режиссеры и обламывались там на коротком метре, делают, учатся, снимают, все получается. Начинают снимать самостоятельное короткое кино, бац, получается ерунда полная. Но это не значит, опять же, что это вот все, надо уйти из профессии. Ну, если ты уверен в себе, чувствуешь себе силы, развивайся дальше, снимай еще один фильм, еще. Это здорово, это как раз не напрягает ни производство, ни актеров, ни людей. Зато это дает возможность и умение правильно сложить короткую интересную историю. Краткость — сестра таланта, говорил доктор Чехов. Но это не отменяет полнометраж, да? Да. Потому что полный метр — это все-таки это рассказ большой. А короткий метр — это маленький рассказ. Ну, это как раз как рассказ-роман, скорее, ну, да? Когда у тебя там введено большое количество. Хотя вот я не люблю сериалы, например. Сейчас в моде сериалы все смотрят. Сказал Янис, который снимался в каких-то 30 сериалах. А у меня там эти...
В одну серию. До свидания. Янец вот все время играет каких-то бандитов, каких-то криминальных элементов в этих сериалах. Роли, я не смотрю вот на твои роли. Не, в романе с кокаином я сыграл такого нормального мажора. А вы кто? Вот внутри вы кто? Какую бы роль вот вы хотели бы сыграть? Я мечтаю сыграть... Ну, Гамлета, конечно. Гамлета, да. Конечно, причем Гамлета. Это, ну, не просто... А кто же сейчас Гамлета не мечтает сыграть? Ну, я не знаю, кто мечтает, не мечтает. Я сыграл в «Абгеке» его немного. Но я его хочу сыграть целиком, потому что, ну, это все равно это лучшая роль из всех ролей мужских. А также хочу сыграть своего великого предка Македонского. Слушайте, у нас в нашей культуре, мне кажется, живут несколько таких странных стереотипов. Всего. Когда спрашивают каких-нибудь барышень, что вы читаете, они говорят, ну, я читаю Чехова, Толстого. Я люблю Чехова читать. Не надо меня под стереотипы. Кого вы хотите сыграть? Хочу сыграть Гамлета? Не-не-не, это, ну, я просто окунулся в его что шкуру. Что вы хотите написать? Я Андрей, написать, одно дело просто хотеть, другое дело окунуться в его шкуру. Я в его шкуру окунулся. Нет, я не просто мне в его шкуре понравилось. И я считаю, что это величайшая роль. Если Бог даст и получится, то я его сыграю. Как удается сочетать вот актерство и режиссерство, которое сейчас как-то затягивает? Попробовали короткометражку, получилось, пошли делать полный метр. А потом... можно сочетать. Неужели Господи, можно будет сделать? Можно сочетать. Если вы еще знаете, сколько я еще всего сочетаю, не сочетающегося, казалось бы, со стороны. Знаете, есть такая пословица «рука моет руку». Но у нее же есть продолжение. Это же пословица пришла из греческого языка. Но есть продолжение «рука моет руку, две руки моют лицо». А. А это очень правильно. Вот мы сейчас с Андреем две руки, которые помоют лицо, даст Бог, если вот так посмотреть. Uh-huh. Нормально сочетается. Всегда время его, оно... У меня это философия про то, что время, оно... У него какой экзамен достается, билет на экзамене. Фактор времени, философии. Ну да. Про время. Бог-то еще в древнегреческой мифологии, Хронос, он же самый главный бог был. Хронос – это время, который пожирал своих детей. А время, что он пожирает, оно это единственное, что пожирает. Больше ничего. Ну так именно поэтому очень много людей не хотят реализовывать свои идеи, оговариваясь, что у меня времени нет. У меня нет времени на то, чтобы заниматься спортом. У меня нет времени на то, чтобы там книжку писать. У меня нет времени на то, чтобы общаться со своими там, родственниками. Приоритеты. Расставляешь мы все приоритеты. Говорим про приоритеты. Но... А кто-то садится и в танчике играет, да, по 10 часов. А времени нет. Ну, знаете, может играть 10 часов. Какая-то есть такая вот, гуляет по интернету, да, что такой был день, так быстро прошел, оглянулся, оказалось, это не день прошел, а жизнь прошла. Вот как бы важно, чтобы ты в нужный момент не оглянулся, не посмотрел, что, оказывается, не день прошел, а жизнь прошла, а ты в танчике играл. Ну, мне кажется, так. Надо, это очень трудно, ребят. На самом деле, вот мы сейчас говорим о каких-то идеальных вещах. Я понимаю кучу людей, которые сейчас слушают нас, смотрят на видео в сети и смеются, и говорят, слушайте, ну если дуралей, а что-то несут какую-то полную пургу. Но, а почему так говорят? Потому что да, это очень трудно. Очень трудно что-то вообще делать в жизни, что-то начать делать. Очень трудно бороться с какими-то препятствиями, которых немеренное количество вокруг нас, в нашей жизни вообще. Но вот по шажочкам, по маленьким шагам, вот сделал один шаг, ну все, немножко вздохнул, оглянулся, давай делай второй. Конечно, всегда найдутся люди, всегда найдутся силы. И главное, сколько ты в этой жизни даешь, сколько ты и получаешь. Ну, я больше так похихикиваю внутренне над другой историей, над тем, что там, Янис, вы говорите, что я все-таки актер, я не режиссер. Я вот сейчас снял короткий метр, я вот сейчас сниму там полный метр, параллельно съезжу еще в Каны, там, посмотрю, как там все устроено. Прекрасно воспринимают. Да, да, как это за миф такой интересный. Да, да, там, глядишь, затянет. Неужели вот можно так отработал несколько фильмов, ну и все, пошел дальше сниматься. А если я вам скажу, что у меня еще есть своя социальная сеть? А ты расскажи, а не скрывай этого. У меня есть социальная сеть под названием Ягрик.ру. Угу. Я на этом, это общественно культурный портал для греков и филеллинов. Филеллины – это друзья греков. Соответственно, все, кто нравится греческая культура, Греция, греческий язык, я не знаю, все, что связано греческое с Грецией. Греческое оливковое масло. Все, что угодно. Филеллинизм придумали греки, друзья греков. Все, вот те люди, которые являются своим... Вот Андрей Филеллин, потому что он хотя бы одного грека, но друг. Все. После этой передачи вы тоже будете Филеллином. Фила кто? Фил Эллин. Фил Эллин. Эллин это грек, Фил это друг. На эльфа похоже. На эльфа, да. Вот, это общественно-культурный портал для греков и филеллинов. Сеть. Называется «Я грек». Называется «Я грек». Мы над этим очень смеемся всегда, и вот по поводу ударений. «Я грек». «Я грек». Я их «Я грек» хочу назвать, потому что «Я грек» это как-то так. «Я грек», там, или «Я армянин», там, «Я грузин», «Я русский». В этом есть некая такая...
А вот Ягрик — это как-то так мягко. И оно понятно всем, и оно будет понятно и Греции. Вот сейчас, даст Бог, в конце этого... Пока она только на русском языке, то есть там могут собираться пока люди, которые говорят по-русски, то есть греки, русскоговорящие, ну, типа меня. Ну, их сейчас везде полно. Они в Грецию после 90-х эмигрировали. То есть, вот. А в конце этого месяца мы с моим партнером мы сделаем его на трех языках. Он будет на английском, греческом и русском, соответственно. И он, скорее всего, перейдет на домен ягриком. Который мы тоже сейчас выкупили. Ну, посмотрим. Ну, чтобы он был более международным. Ну, вот, да. Ягрик Ру — это такой общественный культурный портал, сеть, где вот сейчас, ну, немного, ну, сайту всего два месяца, сайту три вру, но страница на Фейсбуке уже почти три года. То есть, все зародилось страница на Фейсбуке. Потому что, почему оно зародилось? Потому что я сидел, мне хотелось что-то писать про Грецию, потом говорю: Янис, ну, у тебя в друзьях не только греки. Кому-то это может не нравиться, кому-то это может надоесть. Ну, мало ли, люди разные бывают. Писать какой-то чокнутый. Ну, завел эту страничку на... И люди стали... Ну, как их, единомышленники, наверное, да, они стали лайк. Вот у нас сейчас, я ни одной рекламной кампании там не делал, я не платил деньги Фейсбуку, Цукербергу, скажем так, Фейсбуку, чтобы там они как-то это что-то... То есть, мне важен тут те люди, которые там настоящие сидят. Их там сейчас за 2,5 года 6150 человек. Они для меня дороже золота, потому что им интересно. Их никто туда за уши не притащил, они сами, там взрослые люди сидят. Фейсбук, он такой же, более возрастной, создает, чем ВКонтакте. Вот, и на этой базе все-все-все пошло. Потом вот родилась идея создать вот этот сайт, социальную сеть для греков и филонов. Если в России есть ВКонтакте, то в Греции кроме Фейсбука ничего нету. Там только Фейсбук. У нас есть ВКонтакте, Одноклассники, в Греции. Что, ВКонтакте нет в Фейсбуке? Нет. ВКонтакте нет в Греции? Нет, он ВКонтакте есть в Греции для русскоговорящих греков. Он пользуется популярностью? ВКонтакте? Да. В Греции нет. Ну, как бы он... Это российская сеть. ВКонтакте — это российская сеть социальная, все. В Греции нет своей социальной сети. Да в интернете нет ничего российского или не российского. Есть, Андрюш, но все равно. ВКонтакте, ну все равно. Ну как, ВКонтакте он ассоциируется что-то российское. Ну, я понимаю, да. То есть он как бы, если Facebook он мировой, то ВКонтакте он для россиян. Ну, окей. Да? Вообще, знаете, что я хочу сказать? Что я... Вот Ягрик Ру — вот такая социальная сеть. Я вот раньше как-то не очень понимал, знал что-то про Грецию вообще. Ну, я, конечно, много всего знаю на свете, да, там, понятно. Ну, да. Там мозги. Ну, просто я к тому, что я, на самом деле, смотрю на Яниса и удивляюсь его неугомонности именно в плане продвижения греческой культуры. Но я, может, так получилось, может, кто-то есть еще, и еще где-то какие-то есть деятели, конечно, есть, да. Но просто так получилось, что я смотрю на Яниса, и он такой вот фанат Греции, фанат греческой культуры, и он... Везде, где бы это ни происходило, он везде ее продвигает, в разных видах. При этом он, конечно, никакой там, он не носит галстуки и никакой не имеет чиновничий какой-то там пост, не занимает чиновничье кресло, ему никто специально за это деньги не платит, но это вот именно от души идет. И это заражает и меня, и многих других людей, которые там, его знакомых, друзей, заражает просто своим энтузиазмом и своим отношением и любовью к культуре, к своей, которая там через какие-то там несколько поколений у него там, в корнях существует. И этот энтузиазм, он, и эта энергия как раз и заражает людей и заставляет вообще что-то тоже делать. Спасибо, Андрей. Мне кажется, так. Спасибо. Ну, это такая своеобразная ниша, вот своя собственная, да. Которую вот нашел. Я делаю греческие вечера в Москве периодически. А потом мне очень рада, что туда приходит очень много негреков. Я просто счастлив, потому что очень много... Понятно, что греки приходят, которые тоже скучают за этой культурой. Но когда приходит 50 на 50, там, греки-негреки... Вот я делал греческое Рождество на ВДНХ Христугину. Было 500 человек. Из них было, ну, порядка 300 негреков. То есть пришли люди, которые, ну, я привез группу из Греции, там, поп-группу, ноу-нейм бэнд. Слушай, это вообще благодатная тема, когда у нас любят всякие вот истории с другими национальностями связаны, с другими с традициями других национальностей, да, когда там на Рождество делаются ярмарки, там, не знаю, не немецкие, бельгийские, еще какие-то, и, в общем, это такая очень... Почему-то мы, ну, я имею в виду россиян, да, мы как-то вот очень... Нам очень нравится, мы вот тянемся к каким-то другим историям, мы хотим их послушать, мы хотим посмотреть, может быть, из-за того, что в советское время у нас как-то вот мы выпали, был. Да, и у нас вот традиции и обычаи очень во многом ушли, и в частности ушла их визуализация. А каждому человеку все равно это все необходимо с детства, поэтому, видимо, мы больше вот идем туда, где осталась национальная кухня. Ну, у всех по-разному, но мне кажется, что это вообще классно, когда ты интересуешься разными другими культурами и при этом бережешь свою.
А уж про Грецию говорить вообще, ну, мы родственные народы, там, если брать там, истоки православия, ну, то есть просто здесь вообще как бы там две родственные души, два народа, поэтому, ну, а вот... Ну, у нас вообще и с другими народами есть куча всего интересного, общего, связанного, и этим стоит заниматься, мне кажется. Слушай, ну вот вопрос еще по поводу «бережешь свою». По-моему, ты мне как-то рассказывал про то, насколько мы все равно связаны генетически там со своими корнями, uh-huh. да, и насколько это действительно помогает нам, ну, поддерживает нас ресурсно внутренне. А, может быть, собственно, в этом и есть секрет, что... Есть какая-то определенная упертость именно в плане уверенности в себе, да, что ты пытаешься там, достигнуть своей цели, mm-hmm. да, ты пытаешься реализовать свою идею, несмотря на там, количество ошибок, несмотря на то, что что-то где-то не получается, ты все равно туда идешь, потому что у тебя какой-то вот есть внутренний баланс нормальный. Mm-hmm. Внутренний баланс, он всегда у тебя ощущается за счет чего-то, ну, за счет каких-то вот, ну, опять же, за счет семьи, за счет... Ну, наверное, да, действительно, каких-то корней. Ну, конечно, это же известный факт. Предки, они для нас никогда не умирают, они всегда остаются с нами. Как бы мы ни думали про них, и что бы там в прошлой жизни с ними, с предками, с нашими, с прошлыми поколениями нашего рода, там, нашего народа, что бы там ни случалось, они всегда остаются с нами. И эту связь важно чувствовать, важно ее почувствовать в себе, важно ее поймать вот, и в себе закрепить. И начать эту связь тоже развивать и жить в соответствии с ней. Тогда все будет гармонично. Тогда ты будешь себя чувствовать, ну да, есть неприятности, есть трудности, но эта сила тебя поддерживает. То есть, представьте, вот ты стоишь, а за тобой совершенно немеренное количество людей стоит еще прямо вот за тобой. Так, опа, твои там мама, папа, дедушки, бабушки и так далее, и так далее, и так далее. Вот ты представь, ты должен каждый раз ощущать, что вообще ты не один всегда. Потому что за тобой стоит там ну, такое огромное количество людей, и ты представитель этих людей. И эти люди хотят, чтобы ты вообще вот как-то реализовался и чтобы ты был счастлив. И когда ты начинаешь об этом думать, то ты же не можешь вот это огромное количество людей, которые стоят за тобой, подвести. И оно за каждым из нас. И когда их много, то мы понимаем, что и культура эти все близкие и родственные, и все наши дела и намерения, они все ведут к счастью, ко всеобщему, ну, да. к светлому будущему. А еще когда есть же люди, которые ныне живущие. Конечно. Конечно, которых, и, ну, естественно. Одно дело, когда ты веришь ну, в себя, в свой продукт, а другое дело, когда ты этой энергией еще заряжаешь кого-то, и другой человек тоже начинает в это верить. Вот в Ягрика поверили многие, что это может быть. Поэтому он стал осуществляться. Если бы я только одним в это верил бы, ничего бы не произошло. Ну, или происходило бы там определенное время, там лет 10-15 это потребовалось, такого эффекта, который... Потому что это сейчас стал... Он с 4-миллионной позиции в домене Зони Руб пришел на 8-тысячную позицию за 2 месяца. В общем, мы хотим, чтобы в наши фильмы тоже все поверили. То же самое абсолютно. Абсолютно. То есть, ну, ты же поверишь. Если поверит Андрей, поверю я, поверите вы. Поверьте еще в то, что это будет, у нас или получится. Это будет классно. Тогда это у нас получится, вот. я хочу замкнуть если... это кольцо. Да. И тогда у нас получится синергосия. Да. Важно к этому стремиться. Она есть. Главное ее активизировать, эту силу, эту энергию активизировать. Абсолютно. Прекрасно. Мы на этом, видимо, заканчиваем наш эфир. Да, приходите 19 апреля, 19:30, Белый зал, Дома кино, Святая Анна, посмотрите «Философию» и много других достойных картин. Да, приходите. А потом в Каны. А потом в Каны. А в Каны когда, кстати? В Каны с 22 мая, с 15 мая по 22 мая. Ну, тоже уже скоро совсем. Да. Слушайте, прям следом. Отлично. Хорошо, значит, 19 апреля мы встречаемся в Доме кино. Да, в 19:30 в мае мы встречаемся в Канах. Да, а вы там ищите у себя, вокруг себя людей, с которыми у вас создаться не синергия, а именно синергосия. Синергосия. Да, ищите свой потенциал. И главное, не надо ничего бояться, видите, у нас же все получилось тут. А у нас в гостях были Янис Политов, актер, режиссер, были Андрей Сорокин, сценарист, писатель и журналист. И с вами была я, Екатерина Берлова, и программа «Личный апгрейд». Всего вам доброго, пока, хорошего ребята. Дня. Пока. Спасибо.